Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Poco M5. И сейчас я покажу вам, как войти на этом телефоне в режим разработчика. Что ж, для начала нажимаем на кнопку питания, вводим пароль для того, чтобы активировать наш девайс. После чего заходим в настройки и нажимаем на раздел о телефоне. После чего мы должны несколько раз нажать на версию MIUI. И мы видим здесь уведомление о том, что мы стали разработчиком. После чего вы можете перейти к разделу «Расширенные настройки», спуститься вниз, и здесь будет опция «Для разработчиков». Она уже активна. И теперь вы можете воспользоваться настройками, которые доступны только разработчикам данного девайса. На этом все. Спасибо за ваш просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч!